Всем добрый день, я Наташа Комиссарова, добро пожаловать на мой канал. Сегодня я хотела бы поделиться с вами способом присоединения нити другого цвета. Результат получается без ступенек, не видно, где здесь была присоединена нить, если посмотрите, здесь она у меня где-то присоединена, я даже сама не знаю. Вот доказательства, все эти ниточки, которые были присоединены. Здесь это вообще никак не видно, никакой ступеньки не видно. Как это делать? Когда мы переходим на другой цвет, обрезаем старую нитку, привязываем новую, присоединяем, каким вам способом более нравится это делать, присоединяете и просто-напросто вяжете дальше. Первый ряд провязывайте обычным способом. Ничего не перекручиваем, просто идем дальше. Итак, я провязала ряд нитью нового цвета. Я дохожу к концу ряда. Здесь у меня идет убавка, которая по расписанию. Перебрасываю маркер. Что мы теперь делаем? Вот у меня новый цвет. Первая петля с новым цветом. Мы спускаемся на одну петлю ниже. Захватываем дужку предыдущего цвета. Набрасываем это сюда и провязываем 2 петли вместе. Подтягиваем чуть-чуть и вяжем дальше. Что здесь надо еще учесть? Когда мы это делаем, у нас одна петля как бы чуть-чуть сбрасывается, поэтому здесь она будет чуть-чуть более такая свободная. И потом, когда вы провяжете один или два ряда, надо будет просто-напросто подтянуть чуть-чуть эту вот петлю, не петлю, а ниточки, развязать, конечно же, все это, и подтянуть так, сделать, завязать, чтобы это не болталось здесь. И все, больше никаких манипуляций здесь не надо делать. Все прекрасно выглядит, никаких переходов не будет, никаких ступенек не будет. Попробуйте, у вас тоже получится.